Если б был бы я султаном, все равно родился бы Биг Дэном. Здравствуйте, студия. Доброе утро, Красноярск. Мы с Михаилом Ткачуком поддерживаем эту радость, о которой, коллеги, вы, наверное, уже сказали. Или еще расскажите подробно, что девочку 12-летнюю, которую искал здесь Красноярск, была найдена. Об этом сообщала наша служба новостей телеканала Афонтова. Но мы уже спали, готовились к эфиру, поэтому узнали только сейчас, утром. Безмерно этому рады, здоровья этой семье и как можно меньше потерянных детей, как можно больше найденного счастья. И сегодня, продолжая тему счастья, дорогой Красноярск, мы расскажем, как провести с пользой эти выходные, с пользой почему. С пользой не потому, что там пойти купить мультиварку или что, а посетить уникальную выставку. Во-первых. А во-вторых, не надо сейчас вот хвататься за батарейки в пульте и лампочки выкручивать, их в мусорное ведро отправлять. И мы расскажем, куда их сдать. Алексей, Юлия, поменяли ли вы свои батарейки хорошего настроения?